По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроида для вспомогательной работы, но сообщается, что этот революционный прототип будет непосредственно участвовать в расследовании преступлений. Мы обратились к Киберлайф за комментарием. Конечно. До созвона. Thank you.
Иерихон здесь. Зуб даю, все пыли оставить. Вставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Ну-ну. Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Думаю, сейчас самое время обсудить материалы по девианту. Нет, сейчас не самое время обсуждать материалы. Сейчас у меня обед. А ты перейди в спящий режим и дай вздохнуть спокойно. Пожалуйста. Спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Видал? Приятного аппетита. Спасибо. Вы не заплатили за обед? Вери, мой друг. А друзья друг друга выручают. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины.
Рассказать вам, что известно о девиантах. Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуемым. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь. Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Вы опытный офицер полиции. Мне нужно ваше доверие. Уверен, мы раскроем дело, если будем работать вместе. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить. Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Эй, Коннор! У тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет, я иду. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Просто закрыв глаза? Верно. Черт. Мне бы так уметь. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. Что за хрень? Господи, ну и вони... Похоже, зря притащились. Он ушел.
Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа, как мамка в детском саду пришивает. Эти права поддельные. Круто! Хоть не зря приперлись. Последний кретин, который такие хранит. Ты знаешь, что это? РА-9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене в ванной. Что значит для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Thank you.
Лови давай! Ты, мать твою! Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом.